Всем привет! Это команда «Арежим», и вы смотрите серию видеоинструкций с соревнованием по специальной физической подготовке «Арежим Base Challenge». А выполнять и показывать упражнения будет мастер спорта по спортивной гимнастике и тренер клуба «Арежим» Виталий Знаков. Наше первое упражнение – это канат. Поехали. Итак, исходное положение – это сед на ковре, колени прямые, пятки оторваны от пола. По команде «Начать» спортсмен начинает выполнение упражнения. Когда мы лезем и спускаемся, ноги необходимо держать прямыми и под углом, обязательно коснуться кожуха. И опуститься нужно тоже в исходное положение, то есть не касаясь пятками ковра. Также за это упражнение возможны сбавки. Если спортсмен начал упражнение, коснувшись пятками, за это минус 2 балла. Если лезет с кривыми ногами, минус 3. Если опустился, сначала коснувшись ногами, а не в исходное положение, то это еще минус 2 балла. Всего за это упражнение можно получить 10 баллов. Смотри видеоинструкции и увидимся на Арежим Base Challenge. И это самое. А ты готов принять вызов? Да.